Здравствуйте, это программа о душевном здоровье, и мы продолжаем наши врачебные консультации. И я хотел бы сегодня продолжить ту тему, которую мы затронули в наших прошлых передачах. Оказывается, она вызвала интерес у наших зрителей, и я получил отклики на эти программы наши. И в своих письмах в интернете наши зрители просят эту тему продолжить и немножко ее конкретизировать. Я напомню, с чего все началось. Вся эта тема началась с письма нашей зрительницы. Вот оно. У меня складывается впечатление, что многие душевные, да и телесные расстройства, которые так приумножились в нашем обществе в последние десятилетия, и у детей, и у взрослых, возникли под влиянием западной системы ценностей. Может быть, права наша народная мудрость, что немцу в радость, то русскому в смерть? Я убежден, что то, что немцу в радость, самому же немцу и в смерть, не только русскому. Просто менталитет европейский и русский, православный, настолько разнятся, что действительно, когда мы пытаемся подражать образу жизни европейца, то наступают сразу же какие-то серьезные изменения, искажения, болезненные расстройства в нашей жизни. Мы не можем уподобиться европейцам уже последние 300 лет, хотя последние 300 лет нашей истории, они как раз идут на тему Европы, на тему вхождения в европейскую семью народов и так далее. Но мы так и не становимся европейцами. Мы потеряли свое лицо. Мы изуродовались. Но европейцами так и не стали. Но стали ли лучше сами европейцы за последние 300 лет истории их? Мы видим, что нет. Мы видим, что и европейцы тоже серьезно деградируют. Именно потому, что они живут в той системе ценностей, которую когда-то избрали. А избрали они ее не случайно. Главной причиной появления современных европейских ценностей, так называемых общечеловеческих ценностей, которые так активно навязываются всему человечеству, это безбожие. Безрелигиозное общество, безрелигиозная жизнь, безрелигиозный способ жить. Вот это исключительно европейская идея, исключительно европейское изобретение. Не случайно. Искажение лучшего, безусловно, христианство, которого придерживалась Европа столько столетий, это лучшее из того, что люди получили в качестве способа жить на земле и спасаться, в качестве своей культуры. Искажение лучшего всегда становится худшим. И вот худшее – это отказ от жизни с Богом. Когда человек решает жить своим умом и своей волей. Это в культурном, духовном и нравственном отношении это отбрасывает человечество туда, еще в грехопадение, в первое наше грехопадение, с чего началась наша история, вот с этого падения. И европейская история последних 300 лет, то, что в ней как раз называется эпохой просвещения, это как раз-таки история нового падения, духовного и нравственного. И, конечно, это не могло не сказаться на состоянии душевного здоровья самого европейского общества. Что мы видим сейчас, допустим? Мы видим, что невротизация – это удел не только нашего народа. Мы все это унаследовали от Европы. Невротизация началась в Европе. Вот эти остенно-депрессивные, депрессивные состояния, неврастения, истерия, навязчивые страхи, панические атаки, так называемый синдром хронической усталости – это то, что родилось и выросло в Европе, в европейском обществе. И к нам оно пришло вместе с европейской культурой, вместе с европейской системой ценностей. Православное общество ничего подобного не знало. Православный психотип – это самый устойчивый человеческий психотип.
он не знает, что такое неврастения, что такое истерия. Это чрезвычайно редкое, исключительное явление в православной среде. Об этом говорят факты. А вот для Европы это стало нормой, такой повседневностью, повседневной реальностью. Как спасается Европа? А Европа создала современную медицину, современную психиатрию, которую мы тоже получили в готовом виде из Европы. И эта психиатрия пошла по пути психофармакологии, то есть создания психотропных препаратов, которые бы улучшали человеку его испорченное душевное состояние. И мы знаем, что европейская психофармакология в этом плане очень даже преуспела. И надо отдать ей должное, из того, что она достигла, можно извлекать положительные результаты. Ну, допустим, сейчас уже в психиатрических больницах не нужны смирительные рубашки, не нужны электрошоковые терапии, инсулиновые комы, которые внешне выглядят ужасно, как настоящая пытка. А сейчас достаточно человеку сделать укольчик какого-то препарата психотропного, который позволяет с этим пациентом общаться, узнавать его историю болезни, ну и как-то положительно продвигаться в плане его выздоровления. Ну а какие отрицательные стороны? Отрицательные стороны в том, что сейчас большая часть населения Европы, Америки, да и вообще многие другие страны, которые пошли как раз-таки по европейскому пути развития, все это привело к очень ранней невротизации населения, молодежи, депрессивным, истероидным, неврастеническим расстройствам в детском, подростковом возрасте. И психиатрия здесь нисколько не смущается и идет по пути психофармакологии. Сейчас даже не психиатры, а обычные врачи общей практики назначают детям, подросткам психотропные препараты. И там значительное количество, очень много, никто не знает, статистику никто не публикует. Но, судя по фактам, это очень большое число молодежи на Западе, а сейчас принимает психотропные препараты по назначению врача, врача общей практики. Если у ребенка испортилось настроение, там никто не пытается решать какими-то другими способами эту проблему, там сразу назначается антидепрессант. И на антидепрессантах, а это очень серьезные, тяжелые, с большими побочными явлениями лекарственные средства, сидят сейчас очень много подростков, молодежи. Я просто знаю это из первых рук, от молодых людей, кто по несколько лет провел в Европе, в Америке. Они общались со своими сверстниками там. Если мы еще сохранили осторожность такую в назначении психотропных препаратов и не всем подряд их назначаем, наши врачи, то в Европе и в Америке это делается сплошь и рядом. Никто не задумывается о последствиях. А последствия не преминут обязательно сказаться. И уже сказывается. Мы видим, что целое поколение людей, выросших под воздействием психотропных препаратов, уже утратило то, что любому виду животных обеспечивает жизнеспособность. Европейское население, чем дальше, тем меньше хочет размножаться. Ведь вымирать первыми стали не мы. Вымирать первыми стали европейцы. Мы сейчас видим, как активно замещается европейское население, коренное население Европы приезжими, мусульманами. И это происходит прямо лавинообразно. Вот из года в год мы видим, что находящаяся вот под воздействием психотропных препаратов, расслабленная, такое обездвиженное, обезжизненное, вялое, депрессивное, стремящееся к чувственным удовольствиям населения Европы, оно уступает место другим народам. То есть, если ничего не изменится, а скорее всего ничего не изменится, европейская цивилизация исчезнет, ее просто не будет. И те, кто сейчас, те народы, которые сейчас пытаются войти в европейскую семью народов, они обрекают себя на то же самое. Вот мы видим это прямо по себе. Мы, получив свободу
общения с Западом за последние 20 лет, мы увидели, что это с собой несет. Мы что, улучшили свое душевное здоровье? Да нет. Мы видим и духовную, и душевную деградацию нашего народонаселения. Мы получили мощное обострение такой болезни, которую можно назвать европеизмом. Вот, это наши детские неврозы, это наши зависимости, это наша склонность к чувственным удовольствиям, которая отливается в такие безобразные формы, как детско-юношеский алкоголизм, пивной алкоголизм школьников, наркомания, с которой наше общество уже никак не может справиться, даже с помощью до зубов вооруженных людей. Мы получили новую генерацию таких же слабых, не желающих размножаться людей. Мы видим, как у нас снизилась рождаемость, как у нас увеличилась смертность, как у нас уменьшилась продолжительность жизни людей. Мы получили такие психические расстройства, которых раньше у нас не было, отродясь, мои глаза не видели. Все это так называемый европеизм. Мы болеем европейскими болезнями. Причем, если европейцы болеют на свой лад, у них свой тип реагирования, мы болеем по-русски. Мы видим, что, допустим, такое расстройство, как алкоголизм, имеет в России очень даже характерные национальные черты. У нас даже фильмы снимают особенности национальной охоты, рыбалки. И мы видим, как там отражена эта патология, это запойное пьянство. И мы почему-то решили, что это чисто русская черта. Извините, нет. Это русский вариант болеть европейской болезнью. Пьянство – это болезнь европейская, она не русская. Просто русский человек с его широкой душой воспринимает европейские болезни так, что это становится самым страшным безобразием, которое можно только себе представить. Я повторяю, искажение лучшего становится худшим. То, как мы болеем европейскими болезнями, вселяет в ужас в самих европейцев. Под этим знаком и на эту тему прошла вся история Европы в 20 веке, когда мы, восприняв европейский образ жизни, напугали этим всю Европу, и она начала защищаться от нас, в том числе и созданием фашистских организаций против Третьего интернационала, родиной которого была Россия. Ну а уж как мы наркоманим, это просто нет слов, чтобы это все описать. Если и в Европе, и в Америке еще можно встретить наркоманов в третьей стадии заболевания, в России я за 20 с лишним лет работы в этой области видел только два клинических случая третьей стадии наркомании. До третьей стадии наши наркоманы не доживают. И, конечно, если мы не переболеем этой болезнью, европеизмом, то нас ждет точно такая же участь, как и Европу. Мы тоже сойдем с лица земли. Мы и так это уже видим, что нас подсиживают другие народы, которые в большом количестве приезжают в нашу страну. И если мы не вспомним о том, что является причиной и основой нашей устойчивости, психической, духовной, что является причиной нашей жизнеспособности, того, что позволило нам освоить 1/6 часть суши, я имею в виду наше православие, то я боюсь, что нам тоже точно так же, как и Европе, не сдобровать. Впрочем, есть у нас и причина для оптимизма. Мы видим, что единственный общественный институт, который сейчас имеет жизнеспособность и активно развивается, это Русская Православная Церковь. Дай то Бог. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Я вам напоминаю, что вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21 комплект дисков с моими лекциями «Школа православного самосознания». Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!